Так, ну я тут добавил некоторых деталек, то есть я сделал очки. Потом мне понравилось, что вот такой цилиндр здесь будет. Сейчас я подумаю немножко. Вот так вот, на ней шляпочка такая будет. Ну, художница, да, у нее должны быть шляпки такие всякие разные. Так, и теперь нам надо с вами создавать корпус. Создавать мы его будем точно так же. Мы возьмем сейчас простой кубик. Вот оно. И его, естественно, начнем обрабатывать сразу же с места в карьер. Мы возьмем Subdivision Surface и скажем 2. И пока ничего не делаем больше. Дальше идем в Object Mode. Edit Mode, вернее. Так. И начинаем с ним работать. Во-первых, поднимаем пазы. Это вот так. Где-то там шея должна быть. Теперь берем эту. Еще позаду тянем и растаскиваем S. Так, наверное. Далее немножко ее сдвинем, но слишком толстучие слишком. S по Y. Вот так. Еще немножко увеличим. Поставим объект Transform. Нет, оригинал геометрии. Думаю, что вот так где-то должно быть. Может быть, чуть-чуть здесь прижать. G вверх. Так. Далее еще мне кое-что, мне кажется, вот то слишком большое пузатое вот это. Давайте Edit Mode скажем. А, ну мы не можем сказать, потому что она еще пока. Так. Так. Поменьше пока скажем. Окей. Дальше уже будет легче немного. То есть вот тут мы возьмем вот это. А, ну мы сначала с вами сделаем следующее. Мы ее разделим вот так. Оп. Нет, не так, вот так. И теперь B. Вот эти вот удалим. Вертикли. А здесь, если нам ничего не помешает, мы скажем мирорчик. Мирорчик. Вот так. Клиппинг. Прекрасно. И теперь, если я возьму вот эту точку, да, и ее маленечко поправлю. То есть я возьму сейчас вот это редактирование G.
И вот так ее. Так. И здесь маленько. Это другое дело. Маленькие плечи. Ну, небольшой корпус. Отлично. Далее начнем работать с руками. Ну, я бы такой, что, знаете, вот тут бы просто вот тут вот сделал бы пятерочки. Ну-ка посмотрим, если я вот тут возьму, скажу Ctrl Shift Shift B, начну растягивать и скажу, что это совсем в другую сторону, ребят. Это вот сюда. И она должна быть поменьше. Вот так. Но я скажу, что слишком низко она, не годится. Тогда мы сделаем следующее. Мы возьмем этот G, потянем вниз. Вот так. Так. И вот из этих двух половинок вытянем сначала И, вот так, а потом циркл. Вот. Вот совсем другое дело. И тогда мы можем вот еще уменьшить чуть-чуть. Так вот. И потащить Е. И так опускаем, разворачиваем и опускаем. Дальше Е. Опускаем. Далее мы опускаем назад, еще раз назад. Давайте спереди смотреть. Вот теперь Е, опускаем чуть. Сразу буду делать подрейдинг. Как она должна стоять под рейдингом, так я и делаю. Так, и сюда, вниз. Ну и теперь еще раз Е. И вниз. Вот так. Может быть, пусть будет пока так. Вот сейчас самое главное сделать правильные пальчики. Это всегда проблемка небольшая. Так, или взять ее. Так, секундочку. Вот это вот ребро. S. Это вот ребро S. Потом еще сделаем.
Главное, как я сказал, никуда не спешим. Плевать, сколько там будет видео. Как бы нас не должно волновать. Или мы учимся, или мы бегаем туда-сюда. От туториалса к туториалсу. Ничего путь него не получится. Туторчики, туторчики, туторчики. Вот так примерно. Так. Теперь сделаем следующее. Я предлагаю Ctrl-R. Вот так разделить. Так. Далее сделать вот так. Смотрите, как я думаю. Это будет вот сюда. Уже по Z. Так. Эти будут вниз идти. G. Вот так. Этот будет уходить сюда. Смотрим спереди. Вот так. Это будет уходить сюда. Так. Здесь вам придется сделать еще один. Вот тут. Ctrl-R. Так, да. Теперь здесь надо как минимум 3, да? Поэтому мы с вами сейчас поступим следующим образом. Мы возьмем вот отсюда, пойдем сюда, сюда и сюда. Так, чтобы как-то хоть топологию сохранять. Еще раз. К. Так. 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 И так. Сюда. Есть. Далее я предлагаю вот эти две немножко расширить. С. Вот так сделать. Так. Все идет как нужно. И может быть вот эти вот здесь мы сделаем следующее. Мы вот этот, сейчас секундочку, вот этот и этот мы можем уже удалять. Dissolve. То же самое здесь сделать. Dissolve. Знаете, сколько я делаю уже ручек таких вот, да? Я до сих пор как бы, ну, неудовлетворенный результатом. S по Z. Все время все равно получается что-то не то. Так. Давайте, может быть, в этот раз нам повезет больше. Так, 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 так. И скажем SZ0. То есть вы провели, да? То же самое здесь. SZ0. И потянули вниз. То есть я пытаюсь сейчас сделать квадратики такие. GZ. Так. Смотрим. Вот этот неровный еще. Потому что все время получается какая-то ерунда, блин, которая мне не нравится. Здесь тоже вот как бы рука слишком увеличилась. Но это мы сейчас поправим, если у нас здесь все нормально получится. А делаем мы вот так. Выбираем
Тут, ну-ка, Ctrl. Нет, луп. И скажем циркл. Нифига. То есть нам сначала придется сказать немножко Е, а потом уже этот Е сказать циркл, да? Не-а, не получается. Зараза какая. Почему? Ну, мы можем, конечно, тут тоже похитрить. Но мне странно, почему не получается. Должен получаться, по идее. Так, так, так. Нет. Ладно, я сейчас подумаю. И вернемся еще раз, 15 минут. Так, чтобы получилось то, что я задумал, надо было здесь прорезать еще одну. То есть я взял К. Вот так. И просто прорезал здесь еще одну. Не диагонали, ну еще параллельную линию. Так. Теперь вот оно должно получаться. Смотрите, мы берем. Дальше. Луптос. Циркл. Да? Немножко уменьшаем. Так. И выравниваем. Есть. Теперь здесь идем. Тоже говорим циркл. Вот этот способ может оказаться самым удачным. Я вот чувствую что-то так. S. Так. Тоже развернем. А здесь сделаем следующее. И. Вот так. И скажем тоже циркл. Вот так вот, ребята. Уменьшаем чуть-чуть. Раз. Теперь подгоним, чтобы примерно это так был, это так. Это самый большой палец. Сейчас мы его развернем. Чуть-чуть. Ну, сейчас они почти одинаковые, да? Вот. А теперь мы можем, конечно же, брать вот это вот и говорить Е. И вниз. И разворачивать. Так лучше делать. Лучше делать так вот. То есть Е опустить, развернуть и еще Е. Вот отсюда надо вывести еще один пальчик. Сейчас мы это сделаем. Можем сказать Ctrl-B, наверное. Так, сделаем. На всякий случай. Ctrl-B. Немножко закруглим. Не так. Ребята, видите, он тут все берет тогда. Нам это не нужно. Нам надо взять вот эти только. Не спешим. Ctrl-B. Есть. Еще раз. Я не помню, у нас
Зеркало стоит или не стоит? Стоит. Ctrl-D. Так. И эти еще. То, что они одинаковые, вот это не так страшно. Ctrl-B. Главное, чтобы они были кругленькие. Потому что надо, если мы всегда сможем это дело увеличить один палец. Но пока я не чувствую такой большой необходимости. Так, смотрим сбоку. Теперь сбоку все нормально. Спереди нам надо. Так, как это лучше сделать? Точки пойти, да. Точки вот этот вот. G. Поправить сюда его. Этот сюда. То же самое здесь. Надо было насквозь сделать, конечно. Надо было делать насквозь. Какая зараза. Так. Что если взять вот отсюда и соединить его с помощью G? Вот так. А этот, это ребро, его просто удалить. Как не нужно. Получилось? Ну да. Зачем я это делаю? Я хочу вот тут. Так, ну-ка. Вот тут я хочу провести еще один контроллерчик, вот такой. Так, это ты зря, конечно. Потому что если я рассержусь, я возьму объект мод, вот этот, да. Выделю его. Возьму бисерк. Называется бисект. Я его назову бисерк. И порежу к чертовой матери тут все. Вот так. Ну и попробую возрази. А далее тут все просто. Давайте. Будем делать G. Так. 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 Придется делать еще один. Это не очень хорошо. Я не люблю, когда много здесь. Тогда не делается круглое. Попробуем так. Ясно, что он не сделает луп теперь, потому что у него в середине ничего нет. Давайте попробуем поставить ему тут в нарушение всех топологии. Вот отсюда возьмем К. Вот отсюда К возьмем. И сюда возьмем. Вот так. После этого она должна сработать. Я имею в виду вот это. Единственное, что здесь треугольник получился, это не есть хорошо. Ну ничего. Циркл. Вот так вот. Видите? Отлично. И теперь G. Маленечко его R. Сделаем так вот. Еще раз G. Потянем маленько отсюда. Так. И скажем теперь. Не-не, бисерк мне больше не нужен. Ребра. Еще раз. Ты
Так, откуда это взялся? Скажите, вот это вот ребро откуда взялось? Я не могу вам сказать, я могу только это удалить. Вот так, причем безболезненно произошло. А далее опять ребра выбираем. Я чувствую, время подпирает. Но оно стоило того, потому что хорошая получилась рука, в принципе. Тут надо еще поработать. Ctrl-R. Нет, Ctrl-B. Делаем такую вот. Ну и все. Дальше вот этот. Можем чуть поднять. G. Надо две поднимать. Эту. Скорее всего, вот эту надо поднимать. Это, и мы это поднимем. Смотрим сбоку. Вот так. Так. А вот эту точку нам надо опускать. Но смотреть надо сбоку. Точно так же, как и эту. Здесь поднимаем, то есть выравниваем руку теперь. Так вот. Идея пришла мне, почему вот, допустим, вот это соединить в один центр. М центр. Ну, чище стало намного. И вот этот К, это соединить с этим, да? И вот этот. Здесь тоже К сказать. Тогда все будет почти правильно. Не считая треугольников, которые здесь нам получались. Ну, ничего не сделаешь. Сейчас я внизу, G по Z, немножко вдавлю сюда. Остальное, я надеюсь, за меня выполнит. Так, вот тут странно получилось. G. Вот так это сделать. Я чувствую, здесь могут быть неприятности вот в этом месте. Видите? Здесь что-то не так и не то. Вот. Скорее всего, мне надо вот тут. Так. Сказать subdivision. Тут и вот тут сказать subdivision, то есть сшить это дело, иначе тут я говорю, что будет катавасия такая, что я вам дал. Так, а это сюда. Теперь мы можем это и это умножать, сказать последнее. Вот так. И то же самое, это и это сказать последнее. Нет, M. Последний лост. Теперь должно быть чисто, без всяких возражений. Хотя, я вижу, что вот здесь тоже есть такая. От этого лучше сразу избавиться, ребята.
M, тут можно сказать центр. Это с этим. M сказать M и центр. Это ничего, что мы столько провозились. Дело в том, что зато мы можем получить действительно хорошие вот эти пальчики. Сейчас посмотрим. Может быть, придется немного, вот, скажем так, поработать еще. Вот это, сказать S. Немножко сдвинуть между собой. Так вот. И вот этот с этим тоже S. Можем сейчас посмотреть, как это будет выглядеть. Но лучше это потом сделать. Итак, на этом заканчиваем. Ох, 30 минут. Ну ничего.